Здравствуйте, в эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой я познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило чуть более 300 сообщений, заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 13 преступлений, 11 из которых раскрыты. Оперативная обстановка на территории обслуживания остается стабильной. В отчетном периоде преобладают преступления имущественного характера. Зарегистрировано 4 кражи чужого имущества, а также продолжается регистрация мошеннических действий. Одно из последних зарегистрировано накануне. Доверчивая жительница города, забыв про бдительность, перевела в карман мошенников более 2 миллионов рублей. Как это произошло, смотрите далее. В конце прошлого года я заказывала лечебные пластыри в интернете. Ну, необходимо было оздоровиться. Вот. В течение оговоренного времени мне не пришли эти пластыри, я ими пользовалась долгое время. Но, однако, эффекта, которого вот я прям хотела, желала, я не получила. Ну, я, естественно, очень сильно расстроилась по данному поводу. Вот. Ну, как-то пустила вот на самотек это все. И буквально несколько дней назад, вот сейчас уже, мне позвонил неизвестный номер. Я взяла трубку, там мне приятный мужской голос сообщил, что я являюсь пострадавшей, что тот сайт, на котором, получается, я оформляла заказ на пластыри на мои, вот, что он был мошенническим, этот сайт, и что те, кто мне продали, тоже являются плохими, в общем, людьми, вот, и что я являюсь потерпевшей, что у них возбуждено уголовное дело в отношении них. И мне необходимо написать заявление, чтобы я получила компенсацию за данный товар, который, ну, как выяснилось, был некачественным. Вот. Естественно, что заявление я написала. Мне также сказали, что мне положена компенсация в размере 10 миллионов рублей, ну, вот за их действия. Я все оформила, как мне сказал этот молодой человек, который как сотрудник правоохранительных органов. Вот, затем он меня сказал, что меня оповестят, ну, в расследовании этого дела, когда будет, что будет там. А потом он позднее еще позвонил и сказал, что мне необходимо оплатить компенсацию расходов, ну, связанных с расследованием данного уголовного дела. А вот, я им перевела денежные средства в размере, ой, не помню, наверное, уже 10 тысяч там, или 15 тысяч рублей, уже не скажу вам точно. А вот, позднее он еще раз позвонил, попросил у меня еще заплатить. А вроде бы это были какие-то там сборы. Я, естественно, еще раз заплатила, потому что, ну, все равно как компенсация же какая-то должна быть, что я не получила ожидаемого эффекта. Вот. И так в общей сложности он мне звонил много-много раз, все просил денежные средства. Мне не хватало, я уже и зарплату перевела, и все накопления, которые были, и решила взять кредит вот, на оплату расходов, ну, чтобы получить компенсацию, ну, вы же сами понимаете. Скажите, а сколько в общей сложности вы перевели денежных средств мошенникам? Ну, около 2 миллионов рублей, наверное, даже больше. То есть более 2 миллионов рублей вы перевели мошенникам, для того, чтобы получить так называемую обещанную компенсацию. Ну, получается, что правда. За минувшую неделю зарегистрировано 2 факта повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении данных граждан возбуждены уголовные дела. Также госавтоинспекторы напоминают. В связи с осложнением дорожно-транспортной обстановки на территории города Нефтеюганска хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, в первую очередь к водителям, о соблюдении элементарных правил дорожного движения и недопущении грубых нарушений, к которым относятся управление транспортными средствами в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, когда это запрещено правилами дорожного движения, соблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и не предоставление преимущества пешеходам. Хотелось бы сказать слова благодарности гражданам, которые своевременно реагируют и видят нарушения других участников, сообщают о данной категории нарушителей, с которыми мы постоянно контактируем и привлекаем нерадивых водителей к административной ответственности.
В отчетном периоде полицейскими продолжена работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. За минувшую неделю правоохранителями выявлено 2 факта покушения на сбыт и 2 факта незаконного хранения наркотиков. Общая масса изъятого составила порядка 3 грамм. С наступлением велосезона полицейские просят обратить внимание. Уважаемые нефтеюганцы, как показывает проведенный анализ, хищение велосипедов и колясок наступает именно с весеннего периода. В связи с этим настоятельно рекомендуем уже сейчас позаботиться о сохранности своего имущества. Напоминаем, что велосипеды и коляски надежнее всего хранить у себя дома. Правоохранители напоминают гражданам о необходимости своевременной оплаты административных штрафов в установленный законом срок, который составляет 60 суток. В преддверии праздничных мероприятий стражи порядка настоятельно рекомендуют соблюдать бдительность. Обращайте внимание на лиц с неадекватным подозрительным поведением. При обнаружении подозрительных предметов, не трогая их, сообщите сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не курите рядом с предметом и не используйте сотовый телефон. Обо всех подозрительных предметах или лицах незамедлительно сообщайте в полицию по телефонам 29 56 10, либо 02 с мобильного телефона 112. По подозрению в совершении преступления сотрудникам полиции продолжается розыск гражданина Мурыгина Кирилла Александровича 1987 года рождения. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, убедительная просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть полиции. В отчетном периоде на улично-дорожной сети города зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один человек. Полицейскими выявлено и задокументировано порядка 700 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД. А также проведено 7 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Отдел МВД России по городу Нефтеюганску объявляет набор на службу полицию на различные должности в основные подразделения. Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, возраст до 35 лет, образование не ниже среднего, способность по состоянию здоровья и физической подготовки выполнять служебные обязанности сотрудника полиции, высокая заработная плата, полный соцпакет и, конечно, самое важное, интересная работа гарантированы. По всем вопросам обращаться по телефону 29 56 06. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции Нефтеюганска, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. Будьте бдительны и всего вам доброго.